Взаимопомощь всегда была в цене в России. И в наше непростое время есть большая социальная потребность в том, чтобы помочь по мере возможности тем, кто в этом нуждается. Поэтому благотворительная акция «Крючок помощи» пришлась как нельзя кстати. Помощь социально незащищенным слоям населения оказывается как государством, так и волонтерами, всеми, кто имеет желание и возможности делать добро. Смысл реализуемого проекта – быстро помочь нуждающимся, не тратя на это особенно свое личное время. Для этого в разных муниципалитетах края устанавливаются таблички с надписью «Делись добром». На крючок под табличкой можно повесить пакет с ненужной одеждой, обувью или продуктами. Акция стартовала первоначально в Краснодаре, затем ее поддержали волонтеры Геленджика, Туапсе, Белореченска и других кубанских городов и районов. И в нашем муниципалитете были установлены первые таблички на ограждении мусорных площадок в центре города. Их прикреплял автор благотворительного проекта Матвей Азиков. Мы нашей семьей задались вопросом, как помочь нуждающимся людям. И мы создали табличку с крючками, куда каждый желающий может повесить свою помощь и при этом не тратя свое личное время. На начальном этапе, чтобы проверить данный проект, мы разместили возле своих домов, где я проживаю и постоянно выношу мусор, повесили 5 крючков. И каждое утро, выходя, я вешал просто на этот крючок свою помощь, которую я хотел оказать людям. Они постоянно брали эту помощь с крючков, и постоянно люди вешали, постоянно я, когда проходил мимо, висели вещи, и люди, которые в этом нуждающие, реально вот, был отзыв людей. И при этом каждый неравнодушный житель города, края, он всегда написал нам сообщение, куда он, что он хочет видеть возле своего дома данную табличку. В благотворительной акции участвовали славянские волонтеры и молодежные активисты. Депутат славянского городского поселения Лариса Шкурко также поддержала хорошее начинание. Я сегодня поучаствовала в установлении первого стенда такого небольшого крючка помощи. Это акция для тех, кто нуждается. Оставлять можно вещи, что-то, то, что кажется нам ненужным, но для кого-то это нужное. То есть не обязательно нести на мусорку и выкидывать мусорный бак. Можно же упаковать, повесить в пакет, да, тут сверху. Ну, конечно, если это проливной дождь, то лучше во что-то завернуть. И тот, кто нуждается, он подойдет, посмотрит и возьмет, что ему необходимо. Благодаря выделенному гранту и помощи Росмолодежи уже размещено на Кубани более 180 табличек. Эта работа будет продолжена с тем, чтобы во всех муниципалитетах края заработала благотворительная акция. Всего будет 300 табличек «Делись добром». Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».